неудачно работаешь в кино. Ну, например, вы знаете, совсем недавно вышел фильм «Бегство». Раздумчивым, медлительным, даже немножко скучноватым, очень серьезным. Ну, и они туда не пошли. А фильм-то нельзя же, значит, выбросить. Ну, а песни можно. Вот поэтому вот там нету. И также было еще с одной картиной под названием «Стрелы Робин Гуда». Тоже было написано несколько баллад в эту картину. Там такая была песня. Если рыщут за твоею небокорой головой, чтоб петлей худую шею сделать более худой, нет надежнее приюта, скройся в лес, не пропадешь, если продан ты кому-то с потрохами и за грош. Бедняки и бедолаги, презирая жизнь слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. Все, кто загнан, непрекаян, в этот вольный лес бегут, потому что здесь хозяин славный парень Робин Гуд. Такая там была песня. Но дело в том, что этого всего ничего в картине нет. Написал композитор музыку, другие авторы тексты написали. Почему? Потому что, значит, выяснилось, что песни утяжеляют повествование. И вот, значит, их не стало. Поэтому я даже расстроился и какое-то время кино совсем не работал, обиделся. Ну, сейчас думаю, чего же обижаться? Дело в том, что уже награда за это получена. Пока ты сидишь за столом, и что-то тебя посещает там ночью, вдохновение, откуда-то оттуда, это уже награда, чего ты, Господи, греха таить. Поэтому, значит, я, в общем, считаю, что это не пропадет даром.